Я приукрасил жизнь свою, не все я рассказал. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я солгал. Я заводил и не бывал, скорее наоборот. Никогда я не умел веселить народ. Но вот однажды в Понивиль на праздник я попал. И мир увидел я таким, каким еще не знал. Всюду смех и радости, улыбки тут и там. И до конца не мог поверить я своим глазам. Тогда решил я жизнь свою навек переменить. И стал че сэндвич до упаду всех вокруг смешить. Я вечеринки проводил сложнее день ото дня. Нет никого в Эквестрии, кто бы не знал меня. Только это все случилось потому, ты так и знай, что тот первый чудо-праздник провела Пинки Пай. Я? Да! Правда? Правда! Это я устроила ту потрясающую вечеринку, которая вдохновила тебя на то, чтобы стать потрясающим организатором вечеринок? Клянусь тебе сыром! Эй, вы двое, хватит вам уже! Вы должны закатить для меня потрясающую вечеринку! Да! Сделаем это! Кто проводит вечеринку, мы с тобой вдвоем. А значит, вдвое веселее праздник создаем. Объединим идеи, устроим мы сюрприз. Вас развлекать сегодня будут Пинки